Выйти на ринг никогда не поздно. В Мурманске гостями юношеского турнира стали сразу три градоначальника, два действующих и один бывший. Соревнования на призы экс-председателя горисполкома и почетного гражданина Владимира Горячкина собрали более сотни участников. Первые лица даже пообещали примерить боксерские перчатки. Участники со всего региона на протяжении многих месяцев готовились к этому событию. Получить именную награду из рук бывшего градоначальника, заслуженного гражданина, а по совместительству и председателя Федерации бокса – огромная честь для любого начинающего спортсмена. А для бывших чемпионов и любителей этого вида спорта посетить турнир – отличная возможность вспомнить прошлое, познакомиться с будущими обладателями медалей, а также рассказать о своих спортивных секретах. Я вспоминаю свои выступления. Всегда мне было интересно состязаться. Не всегда получалось побеждать, но в итоге приходилось брать реванш и выходить победителем. Дмитрий Филиппов даже пообещал вспомнить юность и примерить боксерские перчатки, но не успел. А вот глава администрации Андрей Сысоев пожелал спортсменам добиваться поставленных целей и уверенно идти вперед. Замечательно, когда наши молодые люди, дети занимаются спортом. И 130 участников – это, конечно, очень серьезное количество мальчишек, которые по-серьезному занимаются таким непростым видом спорта, как бокс. Я всем желаю успеха, уверен, что победит сильнейший. И знаю еще одно, что проигравших не будет. Из-за большого количества участников бои будут проходить на протяжении 3 дней. В воскресенье станут известны имена победителей. Впрочем, как подчеркнул глава администрации, проигравших на этом турнире нет. Каждый сможет получить главный приз – ценный опыт.